А вы сами пьете? Знаете, я не особо любитель вина, честно вам скажу. Ага. Я могу выпить, конечно, но я не такой гурман, поэтому я спокойно отношусь. Ага. А ну, другие вредные привычки? У нас с 1 июня запрещают курение, как в Америке нельзя теперь будет в ресторанах, гостиницах курить. Или вы не курильщик? Режим, конечно, можно нарушить спортивный. Ну, но да, я считаю, что это правильно, то, что делают, чтобы не разрешать курить в помещении. Потому что это достаточно вредно даже тем людям, которые находятся рядом. Поэтому, если ты хочешь курить, ну, иди, значит, на улицу кури там. Вы так ушли от вопроса, вы-то курите или нет сами? Нет, у нас, знаете, как было всегда, можно все делать в разумных пределах, так. Поэтому... Я далеко не идеален, понимаете, вот если вы брата затронули, вот у меня как раз брат намного... Он курит, это я тебе объясню. Павел Боря курит. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».